Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала, любители цветов, декоративных растений, сада и огорода. С вами Галина на своем канале Галина Кириенко. У нас стояла сильная жара. Вот уже и газон зарос, нужно его косить. А сегодня прошел сильный дождь. Но думаю, чем заняться. Вышла на огород и обомлела. А там... Покажу вам, что там. Сегодня я вам расскажу, какие ягоды растут у меня в моем саду. Клубника уже плодоносила. Но у меня есть клубника, которая плодоносит до самых морозов. Но она сейчас немножко отдохнет и начнет цвести. Будет чуть-чуть попозже. А это ирга. Мне дала такой кустик моя соседка. Но он долго рос, был маленький. В прошлом году была одна кисточка. А в этом году она очень красиво цвела и завязалось много плодов. Но она еще не поспела. Она должна быть темно-синего цвета. Но считается одна из ранних ягод. Так что будем ждать. Скоро будем пробовать. Вот это растение у меня новое. Я еще его не знаю, как за ним ухаживать, как его обрезать. Как оно нарастает. Говорят, оно растет кустом. Я хотела его деревом сделать, но мне сказали, что оно растет кустом. И старые побеги потом нужно будет убрать. А это деревце боярышник. И у него будут большие красные плоды. А это две моих яблоньки. Они зимние. Одну зовут Сварина, а другую Слава Победителя. Я их сформировала так, что они у меня невысокого роста, чашеобразной формы, двухметровой высоты. И я могу все плоды собрать легко с этих деревьев. А это красная смородина. Ну, так себе уродила. Но попробовать будет можно. А это крыжовник. Он еще не доспел. Очень вкусный, гладкий, без волосков. Это белая смородина. Покупалась как красная, а оказалась белая. Ну что за люди? А это шелковица. Смотрите, она уже поспела. Но она спеет постепенно, не вся сразу. И это очень удобно. Растягивается плодоношение. Если кто не знает, шелковица окрашивает руки, когда ее собираешь. И руки очень плохо отмываются. Нужно взять недозрелые ягоды, растереть их между ладоней. И потом легко смыть. И руки будут чистые. Вот уже и вишня поспела. Еще не вся, но уже можно собирать. Я из нее варю интересное варенье. Потом расскажу. Ну, а это моя любимая груша. Плоды потихонечку наливаются, но еще, конечно, до спелости далеко. Она очень вкусная. Ну, а это то, что я увидела, когда зашла на огород. Оказалось, что малина уже спеет. Я пошла, взяла телефон и стала ее снимать. Вот это круглая малина. Мне ее кто-то дал.
Я даже еще сопротивлялась и говорила, да зачем мне, у меня малина есть. А она оказалась очень вкусной. И она немножечко плодоносит чуть раньше. А там дальше у меня растет малина, которую мне дала подруга моей дочери. Ей достался в наследство дом от бабушки. И там росла эта малина. То есть эта малина еще с советских времен. Какой-то старый сорт, но он очень урожайный, очень вкусный, и ягоды очень крупные. Я ее подвязываю на шпалеру. И еще у меня натянуты две проволоки, к которой я их привязываю. Ягоды еще, конечно, не совсем зрелые. Но что-то можно выбрать для того, чтобы попробовать. Я, конечно, не удержалась и немножко нарвала. Вот, я как-то и не ожидала, что она уже спит. Как-то не получалось мне пройти на этот участок, где она растет. Ну, просто не было времени. И тут оказалось, что уже пора. Вот такая у меня сегодня получилась неожиданная радость. Ягодки – это всегда приятно и очень вкусно. Я сорвала несколько ягодок и взвесила их. И хотела вам показать. Получается, каждая ягодка по 5 грамм. Но я нечаянно сняла это видео не в том формате. И не получится уже вам это показать. А здесь под забором растет черная малина. Она еще, конечно, не зрелая, но я не удержалась. Уж очень они красивые, красные, висят кистями. Когда она поспеет, она будет темно-синего цвета. Ну, и я, конечно, не удержалась. Немножко нарвала малины. Уж очень мне хотелось ее попробовать. Первую в этом году. Она, конечно, еще не совсем созрела. Но ничего. А это шелковица. Она уже зрелая. И сейчас я буду угощаться. Но, конечно, я добавлю в эти ягоды немножко мороженого. Так будет вкуснее. А вот посмотрите, кого я нашла у себя на кухне. Я не представляю, как можно на кафеле держаться этими лапками. Он такой большой, 4 сантиметра. Я, конечно, взяла тряпочку, аккуратненько его вынесла на улицу и выпустила. Ну вот, такой у нас сегодня получился обзорчик. Какие ягоды сейчас растут в моем саду. Прошли дожди, и газончик мой зарос. Нужно уже его косить. Этим я скоро и займусь. Спасибо всем за просмотр. Благодарю, что были со мной. Пусть ваши сады
радует вас своей красотой, а также вкусными и сочными плодами. Будьте здоровы и счастливы! До скорых встреч!